Авария на воде. В Запорожье чуть не утонуло грузовое судно «Щебнем». Оно получило пробоину левого борта, когда проходило по Старому Днепру в районе Преображенского моста. Глубина фарватера в этом месте составляет около 10 метров. Чтобы корабль не затонул, капитан направил его к берегу на песчаную мель. Никто из членов команды не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, каким образом корабль получил повреждения. Начаты работы по перегрузке «Щебня» на другое судно. После этого сухогруз снизился. Снимут с мели и отбуксируют в ремонтный док. Вечером, где-то 7:30, в районе моста напоролся на неизвестное препятствие. Пробоины по трюмам, вследствие чего затопление пошло, выбросился на берег. Сейчас пытаются искать плавкран, чтобы его отгрузить. И потом следовать уже на ремонт. Водолазное обследование сделали, сейчас там пытаются заделать пробоины. Сейчас готовится плавкран, должен подойти плавкран, перегрузить вот этот щебень. Вот. А потом уже водолазы начнут работать.